На самом деле мне приятно сегодня открывать ваш турнир. Первый турнир болельщиков под эгидой футбольного клуба «Крылья Советов». В первую очередь нужно сказать большое спасибо банку «Сальданос», который организовывает и помогает в организации этого турнира вместе с клубом «Крылья Советов». Такие турниры необходимы, нужны в первую очередь для команды, для болельщиков. Учитывая, что у нас лучшие болельщики в стране, эта единая семья должна порождать и давать победы. Наверное, это один из шагов для того, чтобы футбольный клуб «Крылья Советов» в этом году вышел в премьер-лигу благодаря нашим болельщикам. Учитывая, что этот турнир первый, то я надеюсь, он будет ежегодным, и его нужно поддерживать, и его нужно проводить обязательно. Ведь проводя такие турниры, мы к себе привлекаем не только болельщиков, мы привлекаем сюда и детско-юношеский футбол, мы сюда привлекаем болельщиков в лице родителей, то есть мы привлекаем общественность, и это даст нам возможность увеличить количество посещаемости на стадионе «Самара-Арена».